won't you rain on me tonight? Oh, life. Oh, life. Please don't pass me by. Don't stop. Don't stop. Don't stop when the red lights flash. Won't you take me close to you? Настя, ну что за праздник такой, День Святого Валентина? По-моему, он нужен только девчонкам. Хотя у вас так есть 8 марта. Саша, ты ни разу не прав. Это совсем другой праздник. Это праздник всех влюбленных. Кто вообще это такой Валентин? Уже давно пора знать, что Валентин был христианским священником в Древнем Риме. Он тайно венчал влюбленных и подал всю свою жизнь любви. Это прекрасная легенда. И теперь каждый год 14 февраля влюбленные дарят друг другу подарки или прекрасные открытки в форме сердечка Валентинки. Знаешь, ну по-моему, это все так устарело. Древний Рим, открытки, на дворе 21 век. Ну раз тебе это не нравится, то давай посмотрим, что думают об этом наши звезды. Современные. Февраля, День Святого Валентина. Ну, историй, конечно, много. Одно могу сказать точно. Друзья, не забывайте, что это шикарная возможность признаться в своих чувствах. Даже если вы целый год на это не решались, то сделайте это непременно 14 числа. Во всяком случае, я думаю, что даже если кто-то особую симпатию к вам не испытывает, то этот знак внимания в виде Валентинки будет оценен, так или иначе. Поэтому ничего не бойтесь, замечательный повод для того, чтобы заявить громко о своих отношениях. Наверное, как и в жизни любого мужчины, любого молодого человека, в моей жизни было много разной любви. Первая любовь, которая случилась в детстве у меня, она была в школе. Вот. Мне нравилась одна очень девочка, мне казалось, что я ее люблю очень искренне. Вот. Звали ее Юля. Вот. И я очень стеснялся признаться ей в любви. Потом написал открытку, спрятал ее в конверт и отдал ей только после того, как был уверен, что я уеду из этого города напрочь на гастроли. А оказалось, что мы там задержались. И мне пришлось прийти снова в школу. Я был красный, как помидор. Мне было просто жутко неудобно. И вся школа прознала тогда о том, что Запашный, вот он признался в любви, но знали о том, что мы должны были уехать. И тут вот оно, на. Триумф был, конечно, потрясающий. Вот, и эта девочка подошла ко мне, я очень удивился. Она говорит, ну а что ж ты так стеснялся-то? Ну, в общем, вот такая вот история. Первая любовь у меня была, когда мне было 7 лет. Я жила тогда в деревне. Там был мальчик, которому было 14, он был жутко красивый. Я, значит, завязывала так платочек, садилась на качельки, качалась, смотрела на него, он жил в соседнем доме. И когда меня спрашивали, у тебя есть жених, я говорила, да, его зовут Денис. Потом, в общем, я приехала в эту деревню лет через 15, наверное. Нет, меньше. Лет через 13, наверное. И увидела этого мальчика, оказалось, что я его переросла на две головы, и он такой коротыш, и как-то все мои чувства, они куда-то улетели. Специально для Teens Voice TV. Сейчас вспоминаю свою первый поцелуй, это было в детском саду в Грузии, в Тбилиси. Рядом с моим домом был мой любимый детский сад. И я встретил девушку, маленькую. И она не хотела никак целовать меня. Я все гонялся за ней. Подарил ей черепаху, я помню. Черепаха ей не понравилась. Ну, потом насильно ее поцеловал. Вот моя история. Нет, конечно, уже в зрелом возрасте, когда мне было 18-19, я встретил свою первую любовь. Вот, у меня до сих пор есть к ней чувство. Но я занимаюсь своим делом. Сейчас это сложно совместить. У меня много переездов, перелетов. Поэтому не остается времени
даже целоваться иногда. Первая любовь, да, это было в первом классе, первый раз, и первый поцелуй. Этого и вам желаю, и на всю оставшуюся жизнь с первого класса, и до последнего вздоха. Ее порывы благотворны, тоскливо жизнь моя текла, она явилась и зажгла. Как солнце луч среди ненастья из разлук. Вот для этого я вам желаю луча, солнца, луча любви. И вам, юноша, и вам, девушки. В тот год, когда мы еще с мужем не были расписаны, и я хотела бы заметить, что я никогда не была фанатом группы «Кирпичи» и не знала хорошо их музыку. Это такая вот деталь. Я полюбила своего будущего мужа, Василия, и, соответственно, мне надо было в какой-то момент прослушать все-таки, что же он пишет. Конь-людоед, не знаю, существуешь ты или нет. Потому что не все я знала, мягко говоря, и так далее. И вот наступило 14 февраля, наше первое такое совместное, и в этот день он уехал что-то записывать, потому что он почти-почти записал альбом. У нас даже там есть одна совместная композиция. И я в этот день решила, что все, вот я, значит, сейчас сяду и все прослушаю. Моя подруга наблюдала за мной так с гомерическим каким-то хохотом, потому что я пыталась все впитать. И я успела. И когда мой муж приехал ко мне уже с подарком в дом, с тем, чтобы поздравить свою милую, замечательно любимую Нину, я уже сказала, я теперь все... Все знаю, что ты написал. У него было такое вот удивление. Это было здорово. Ой-ой-ой, первое. Ну, это школьное, наверное, школьное, конечно. Когда такой не было свободы нравов, тогда только можно было пригласить девушку на танец. Просто вот в этом была какая-то близость. И первый поцелуй, конечно, такой очень робкий, очень чистый. Любовь. Я познакомился со своей любовью аж в 2001 году, а поженились мы только в 2006. Вот я всю жизнь понимал, что вот этот человек мой, что я должен быть с этим человеком, этот человек должен быть со мной, не то, что должен, хотелось бы мне, во всяком случае, очень сильно этого. И она мне написала смс-сообщение. «Привет, если меня помнишь». Бла-бла-бла. А как забыть человека, которого... любил и не переставал вроде как любить. Мы встретились, и я помню, мы встретились в ресторане. То есть, мы встретились на улице и поехали в ресторан. Я помню прекрасный момент, как мы вот идем по ресторану, идем в самый конец, там в углу диванчики такие углом стоят. Я сажусь вот так, я сейчас перед вами сижу, а Юля садится здесь рядом. И я вот этот момент очень хорошо помню, когда я смотрю на нее, и мы одновременно садимся, и у меня в голове все. И вот именно с такой интонацией. Все. Вот это мое. Любовь, это, брат, дело такое. На прошлый день Святого Валентина человек, с которым я встречалась, прислал мне большой букет роз, несмотря на то, что мы находились в разных городах. Это давно было, это все. Я ухаживал там этажом ниже, девочка жила, мы в одной классе учились. И я ей портфель таскал, помню, все время после школы. А вечером мы занимались, у нее мама английский язык преподавала, но в другой школе. И вечером английский язык изучали. А, у нас была очень интересная встреча. На съемках я Аню потрогал за... Извините. Первое свидание в школе. Я помню, это было в школе. Да, я был в 9 классе. Я сорвал на соседней клумбе цветок огромный. Я залез по дереву, она жила на 5 этаже, бросил цветок на балкон к ней. Да, и потом вот, ну там записка, естественно, и вечером вот пригласил в кино. У меня не было первого свидания, потому что обычно я с ребятами дружила очень хорошо,
И мы, ну, типа, просто там встретиться, погулять. Вот, и потом оказывалось, что это свидание. Поэтому, ну, я не вспоминала, потому что я к этому относилась просто как там потусоваться, да? Угу. Вот. В общем, развели тебя, да, Аня? Тин свой! Прости, пожалуйста, вас же много. Ты же не один тин. Вас много, вы тинс. Так что нормально, привет. Чем больше праздников, где ты можешь как-то проявить свое хорошее отношение к своей подруге, к своему другу, если ты девушка. Не будем углубляться, в общем, больше надо проявлять свою любовь своим любимым. У меня складывается впечатление, что на 14 февраля дарю только я подарки. Я вообще не могу вспомнить, чтобы она мне что-то дарила. Вот, блин, вот ей-богу, я все время цветы, какие-то украшения, конфеты, карамель, казинаки, все что угодно. От нее ничего не помню. Дарила ли вообще? Слушайте, друзья, ну, на самом деле, это не такой уж плохой праздник. Ибо, как я уже говорил ранее, надо больше внимание уделять своим любимым людям. И если нам дают такой повод, надо им воспользоваться. И поэтому любите их, поздравляйте, дарите им подарки, я не знаю, радуйте друг друга. Мы дома встретились. Я пришел к Еле домой сразу. Правда, пришел к ее папе. Да? На самом деле. Пришел к папе, а потом остался с ней. Саша пришел, он был не свободен, и я тоже. Я совершенно случайно оказалась дома у моего отца, Льва Гинзбурга. Саша написал музыку на его немецкие народные баллады. В общем, была хорошая, прелестная история. Хорошая мы дома, встретились прямо у невесты. Совершенно случайно. Ну что ты скажешь? Ну вообще понятно. Любовь правит миром. И не важно, как ты будешь поздравлять своего любимого человека. Открытками, песнями, плясками, фейерверками. Наконец-таки ты все понял. Ну а вообще, не забывайте о внимании к вашим возлюбленным и в обычной жизни. Не только 14 февраля. С Днем Святого Валентина, Тинс Войс!